Всем привет, народ, с вами Silent Tip. В этом видео я вам расскажу, где можно скачать готовые модели SketchUp. В интернете есть официальная библиотека моделей SketchUp. Называется она 3D Warehouse. Попасть туда можно по адресу 3dwarehouse.sketchup.com. И, собственно, вот так выглядит сайт с библиотекой моделей SketchUp, называемый 3D Warehouse. Здесь в основном находятся модели, созданные пользователями и залитые в библиотеку для общего пользования. Насколько я знаю, все модели, которые находятся в этой библиотеке, бесплатны. Любой желающий может их скачать. Итак, как найти нужную модель и скачать ее? Для начала введите в поиск название того, что вы ищете. Писать запрос нужно на английском языке. Дело в том, что практически все модели, залитые в 3D Warehouse, имеют заголовок на английском и описание на том же языке. Поэтому искать нужно среди английских слов. Если вы не дружите с английским языком, воспользуйтесь переводчиком. Я для примера поищу душевую кабину. Пишу в поиске shower и получаю результаты поиска. Просматриваю результаты и ищу то, что мне понравится. Нажимаю на подходящую модель и далее вверху справа жму кнопку Download. У вас появится список с различными вариантами одной и той же модели под разные версии SketchUp. Выберите версию программы как у вас или более старую. Более новую выбирать не надо. Такой файл попросту не откроется. Если у вас стоит SketchUp 2014, то скачивать файл для SketchUp 2015 не надо. Старые версии SketchUp не умеют открывать файлы, созданные в более новых версиях SketchUp, а вот наоборот могут. Скажем, если у вас стоит SketchUp 2014 и вы скачиваете модель, созданную в SketchUp 8, никаких проблем с открытием файла не будет. На этом, собственно, все. Надеюсь, мне удалось объяснить вам, где и как можно скачать готовые модели для SketchUp. Всем спасибо за просмотр. Если ролик был для вас полезен либо бесполезен, ставим пальцы вверх или вниз. Можете вступить в мой паблик ВКонтакте, ссылка у вас на экране. Если хотите и дальше смотреть мои ролики, то подпишитесь на канал. Тогда YouTube будет уведомлять вас о выходе новых моих видео. Когда именно на моем канале выйдут новые видеоролики, вы можете посмотреть в специально созданном для этого календаре по этой ссылке. Если есть желание, то вы можете посмотреть другие мои ролики по программе SketchUp. С вами был Silent Tip. Всем удачи!